Андрей Аршавин заблокировал номера своих детей. Судя по всему, Андрей Аршавин полностью отрезает связь с Алисой и детьми. СМИ продолжается обсуждение скандальной ситуации, сложившейся между футболистом Андреем Аршавиным и его женой Алисой. По предварительным данным, спортсмен заблокировал номера своих детей. Недавно, благодаря адвокату Алисы, стало известно, что ей поступают угрозы от супруга. При этом адвокат женщины рассказал детали крайне неприятного инцидента. По словам жены Аршавина, Андрей вместе с неизвестными людьми в капюшонах ворвались в ее дом, где были дети, и стал отбирать ключи от автомобиля. При этом спортсмен также требовал от супруги 1 000 000 евро. После этого моральное состояние женщины оставляет желать лучшего. Вполне вероятно, что Алиса будет подавать иск на Аршавина, чтобы добиться алиментов и раздела имущества. Он заблокировал номера детей, тех, которых воспитывал. Старшие все понимают и боятся, а младшая просто все чувствует и переживает. Почему у Андрея такое отношение к детям, непонятно. Он это никак не комментирует, высказался защитник интересов Алисы. Напоминаем, что ранее сообщалось о том, что Алиса Аршавина планирует нанять охрану из-за угроз, поступающих от Андрея Аршавина. Напомним, Аршавин бросил предыдущую супругу Юлию Барановскую в 2012 году. У пары есть 3 общих детей, которых Юлия воспитывает одна. Андрей не общался с детьми 5 лет, но недавно возобновил отношения. Поклонники экс-футболиста порадовались первому совместному снимку с детьми за много лет. «Мои клоны, люблю вас», – подписал снимок Аршавин.